Хотел вам показать вот такой кромочный рубанок вольдкрафтовский. Фишка в нем, что здесь стоит три лезвия, и каждое лезвие под своим определенным углом. Но фаску он делает просто обалденно. Даже не сравнится ни Knauf, ни Steyr, ничего с ним не сравнится. Здесь за один проход сразу проходит. Смотрите, как аккуратненько, какая фасочка. Но... Давай, Андрей, давай. Смотрите. Но. Обалденно. Сразу под 45. Ну и пошлите, покажу, как она выглядит, эта фаска. Вот, смотрите, какая аккуратненькая, по всей длине, и все под 45 градусов. Так что, парни, рекомендую именно этот рубанок. У меня просто и Steyr был, и другие были рубанки, но это совсем не то. Все, на этом пока, увидимся.